объяснить не объяснишь. Ты живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь от чего-то. А с тобою рядом кто? Ты надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо. Даже чудо. Ничего не говори, не боясь гореть, гори, я ж в огне твоей любви пропадаю. Все тебе благословлю, счастьем отверну. Просто я тебя люблю, молодая. Последний путь проводят нас и за родные орудий. Последний путь проводят нас и полетят у телеграммы друзей, знакомых извести, что сын ваш больше не вернется. И не приедет погостить, но сын ваш больше не вернется. И не приедет погостить, углу заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец. И дорогая не узнает, какой там кисто был конец. И дорогая не узнает, какой там кисто был конец. И будешь карточка пылиться на полке потерневших книг в танкистской форме. Ее больше не жених в танкистской форме при погонах. И он больше не жених. Давай серьезно, дорогая. Я не в тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Ловила, каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю, но летним зноем
девчонок, у друзей своих. Да-да-да-да-да-да, это так было и с Алёшкой. Несчастливо, несчастливо, а судьба связала крепко нас троих. Как же быть, как быть, запретил себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, вот из грустных нежных глаз твоих мне не будет жизни доброго пути. Часто был с тобою рядом, но не смей сказать о главном. Этого не пожелаешь и врагу. Но ответь мне не без речи, чтобы стало сердцу легче. Я так жить, поверь мне, больше не могу. Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без нежных грустных глаз твоих мне не будет жизни доброго пути. Мне не будет. Yeah.
Должен не в мае родился. Пусть не в мае спасибо. Хотя почему это? Он не в мае родился. Они люди, а мы нет. Да, повторите. А мы чего? Серега, повторите. А мы в августе. Как сохранился, да? Аслач, я тебя от всей души поздравляю. 100 баксов в новой форме. Это новый. Вот так вот. Ты сказал, что тебя на самом деле. Ребята, что значит сделать рука завтра? Дай ключи от машины ему, что ты? А у меня день рождения. Ты ко мне, говнюк, на 40 лет не пришел, но я тебя поздравляю заранее. Мы на мае остановились. Продолжаем. Все, с днем рождения. Наступай. Ура! Ура! Я не думал, что там такие жестокие законы. А вас? А кто родился в июне? Вставай, вставай, вставай! Полную рюмочку, светлую рюмочку, стоя выпивай! Нет, а кто родился в июне? Вставай, вставай, вставай! Родился в октябре. Вставай, вставай, вставай. Полную рюмочку, светлую рюмочку, стоя выпивай. Полную рюмочку, светлую рюмочку, стоя выпивай. А кто родился в сентябре? Вставай, вставай, вставай. Кто?